Выгул собак разрешен. Площадка для прогулок с домашними животными появилась в центре города на улице Севастопольской. Это вполне приличная по размеру лужайка вдоль дороги с видом на дублер курортного проспекта. Здесь четвероногим есть где разбежаться. Именно эта территория была выбрана не случайно. Площадка находится рядом с мемориалом воинской славы, зеленую зону которого сочинские собаководы уже давно превратили в место для выгула своих домашних питомцев. И это несмотря на предупреждающие таблички о том, что делать это строго запрещено. Тем не менее, любители домашних животных продолжают их выгуливать по главному памятнику погибшим воинам Великой Отечественной войны в Сочи. Собаки бегают и справляют нужду прямо на братской могиле. Участок, да, был выбран близко от мемориального комплекса, потому что в основном большая часть любителей домашних животных выгуливала собак на территории мемориала, что совершенно неприемлемо, так как это место захоронения солдат. Место для выгула собак специально определено администрацией района. Мы выбирали этот участок для того, чтобы здесь было удобно гулять с домашними животными и, соответственно, без нанесения какого-либо вреда имуществу либо людям. Площадку на Севастопольской выделили в надежде на то, что желающих приходить к мемориалу не ради сохранения памяти, а для прогулки с животными станет меньше. А еще собаководам напоминают, что даже в специально отведенном месте для выгула собак они просто обязаны убирать за своими любимцами, чтобы не засорять территорию или хотя бы для того, чтобы другие не испачкали обувь. Согласно закону Краснодарского края номер 800 о выгуле домашних животных, владельцы домашних животных обязаны носить с собой пакеты для уборки за своими питомцами, потому что, ну, также по этическим нормам это неприемлемо, когда уборка за животным не производится. В планах, говорят местные власти, установить дополнительные таблички с напоминанием о том, что после прогулки нужно убрать за собой. Кроме того, в центре города уже подбирают подобные территории для организации таких же площадок для прогулок с питомцами. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.